Девушка с диагнозом ДЦП месяц назад обратилась к главе региона за помощью. На приеме граждан она рассказала о своей заветной мечте – встать на ноги и жить полноценной жизнью. По поручению Кондратьева девушку направили в краевую больницу имени Очаповского. Здесь ей уже сделали одну операцию, через несколько месяцев предстоит еще одна. Сегодня Елена Бондаренко рассказала, что чувствует себя хорошо. По прогнозам врачей, после полного курса лечения девушка сможет вести полноценный образ жизни.